Партия «Коммунисты России» собрала максимально возможное количество подписей через портал госуслуги, сообщили в Центральной избирательной комиссии Чувашии. Возможность поддержать выдвижение электронно появилась в прошлом году. Чувашия была в числе 3 пилотных регионов. Партии «Зеленые», гражданская платформа «Новые люди», «Родина», выдвинувшиеся на выборах в Государственный совет республики и не имеющие льгот, также активно участвуют в этом процессе. Собрать электронные подписи они должны до 18 часов 30 июля. Тогда закончится срок выдвижения и подачи документов на регистрацию на выборах в Госсовет Республики. Кандидаты-самовыдвиженцы и кандидаты-одномандатники, выдвинутые 5 политическими партиями, не имеющими льгот, тоже должны собирать подписи, в среднем около 1300. Половину из них можно собрать через портал госуслуг. Активность кандидатов при сборе подписей через портал госуслуг, она немножко ниже. Кандидаты от партии «Коммунисты России» и Российской партии «Зеленые» активно пользуются данной возможностью. Остальные кандидаты пока менее активно используют данный механизм. Собирают подписи через обычным образом, через подписные листы. Хочу обратить внимание, что данная возможность – это право кандидатов и партии собирать подписи. Отмечу, что при проверке подписей на бумажных носителях в этом году впервые будут использовать умный сканер, который автоматически будет проверять паспортные данные на достоверность. Сканер поможет выявить похожие подписи и вероятность подделки.